Уважаемые водители, 25 мая по 20 июня проводится республиканская специальная конкурсная. Совсем скоро начнутся летние каникулы. Детей на улице, во дворах, а значит и на дорогах будет в разы больше. А потому в республике контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения будет усилен. Согласно пункта 166.9 правил дорожного движения, в период проведения республиканского специального комплексного мероприятия водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. В противном случае грозит административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере до 2 базовых величин. Также каждый водитель должен помнить о правилах перевозки несовершеннолетнего пассажира. Согласно правил дорожного движения, ребенок в возрасте до 5 лет должен перевозиться в детском кресле, в возрасте от 5 до 12 лет в детском удерживающем устройстве, которое позволяет безопасно пристегнуть ребенка ремнем безопасности. При этом, если рост ребенка выше 150 сантиметров, достаточно просто ребенка пристегнуть ремнем безопасности. Республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проводится достаточно часто. Количество сознательных водителей значительно выросло. Но несмотря на это, во время проведения рейдового мероприятия сотрудниками госавтоинспекции были замечены те, кто ехал без включенных фар. Забывчивым автомобилистам инспекторы ГАИ напомнили о правилах, дав еще один шанс исправить ситуацию на месте. Согласно статистическим исследованиям по поводу аварий на дороге, в аварии по европейским исследованиям больше оказалось машин, у которых был выключен фар ближний свет. Потому что вот даже если сейчас вы посмотрите на дороге, вы увидите, насколько отличается машина, которая едет, вон ваш клиент, без фар, без включенных, и насколько хорошо видно габариты машины, когда свет горит. Поэтому мы всегда включаем свет из-за своей безопасности, в первую очередь. Я считаю, что нужно это постоянно делать, не только до 5 числа, потому что дети у нас гуляют... Не только до 5 числа, а на протяжении всех каникул это раз. Но не только для детей это нужно, собственно говоря. Если бы мы к этому были приучены всегда, мы бы это делали, а тут просто на автомате. Часто было в Польше, и там постоянно есть регулярно с включенным светом. Ну, как бы это понятное дело, что это полезно для видимости всем. Ну, а понимаете, для чего это сделано именно в конце учебного года и в начале? Естественно, сейчас дети на каникулы. С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 20 дорожных аварий, в результате которых 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Для того, чтобы не допустить подобные ДТП, водителю необходимо просто включить на транспортном средстве ближний свет фар. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.